Господа, за принятие святых тайн. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, что Ты не отверг меня грешника, но удостоил меня приобщиться святынь Твоей. Благодарю Тебя, что меня недостойно причаститься при чистых Твоих и небесных даров Ты удостоил. Но, Владыка человеколюбец, ради нас, умерший, воскресший, даровавший нам эти страшно жатворящие Твои таинства, благодеяния, освящения души тел наших, сделай, чтобы они были и мне в исцеление души и тела, отражение всякого врага, просвещение чьей сердцем его в мир, душевность моих сил, веру твердую, любовь нелицемерную, в исполнение мудрости, в соблюдение заповедей Твоих, умножение божественной Твоей благодати, Твоего царства, приобретение, чтобы сохраняемый ими во освящении Твоем я всегда помнил милость Твою, жил уже не для себя, но для Тебя, нашего Владыки, Благодетеля. И таким образом уйдя из здешней жизни, надежде на жизнь вечную, достиг и места вечного покоя, где непрестанный глаз празднующих и бесконечное наслаждение, взирающих на несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты истинная цель стремления, неизъяснимая радость любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя воспевает все творение во веки. Аминь. Владыка Христе Божий, Царь веков и Создатель всего мира, благодарю Тебя за все блага, которые Ты дал мне, за причащение причистых жатворящих Твоих таинств. Молю же Тебя, благой человеколюбивый, сохрани меня под кровом Твоим и тени крыльев Твоих, и даруй мне чистую совестью до последнего моего вздоха, достойно причащаться святынь Твоих, прощение грехов и жизнь вечную. Ибо Ты хлеб жизни, источник освящения, податель благ, и Тебе славу высылаем с Отцом и Святым Духом, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Даши пищу мне, плоть твою добровольно, ты огонь зажигающий недостойных, не сожги же меня, Создатель мой, пройди лучшие члены тела моего, все суставы во внутренности, в сердце, и сожги терни всех моих согрешений. Душа очисти, освети мысли, колени утверди, с костями вместе просвети пять главных чувств, всего меня пригвози страхом при тобою. Всегда защищай, храни и береги меня от всякого вредного для души дела, и слово очищаемого, и устрояй меня, украшай, разумляй, просвещай меня. Яви меня Твоей обителю единого духа, и уже не обителю греха, чтобы бежали от меня по принятии причастия всякие злодеи, всякая страсть, как от дома Твоего, как от огня. Когда Ты имя за себя Тебе представляю всех святых начальников, воинств бесплотных, притечу Твоего, мудрых апостолов и светлых Твою непорочную, чистую Матерь, прими их молитвы, милосердный Христос, мой Сыном Света, соделай Твоего служителя. Ибо Ты единый благое освящение, так же сияние душ наших, и Тебе, как подобает Богу и Владыке, всем и славу высылаем каждый день. Тело Твое, Святое Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет мне в жизнь вечную, кровь Твоя драгоценная, в прощение грехов. Да будет же мне это благодарение в радость, здравие и веселье. Страшное же второе пришествие Твое, сподоби меня грешника, стать справа от славы Твоей, по ходатайствам всечистой Твоей Матери всех Твоих святых. Аминь. Пресвятая Владычица Богородица, свет помраченной моей души, надежда, покров, прибежище, утешение, радость моя, благодарю Тебя, что Ты сподобила меня недостойного стать причастником пречистого тела и драгоценной крови Сына Твоего, но родивший истинный свет, просвети духовное очи сердце моего, источник бессмертия, родивший, оживи меня умершленного грехом, милостью Бога, любящей милосердие Матерь. Помилуй меня и дай мне умиление, сокрушение сердца моим, усмирение в мыслях моих и призвание к помыслам добрым, когда пленен бывает разум мой. И удостой меня до последнего моего вздоха, не до суждения принимать святыню пречистых таинств, новое исцеление души и тела. И подай мне слезы покаяния и благодарения, чтобы мне воспевать и прославлять Тебя все дни жизни моей, ибо Ты благословенна и прославлена во веки. Аминь. И не отпущаешь раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром, и ковидиста очи мои, спасение Твое, ежесю готово пред лицем всех людей, свет в откровении языков и славу людей Твоих, Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыку, прости беззаконие наше, святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше, же и на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе, на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, и кужим оставляем должником нашим.
И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.